Итак, мы назвали с вами элементы, из которых состоял праздник. Это был крестный ход, молебен, уличное гулянье, длительная трапеза с обилием еды, хмельных напитков, пляска, игры, катание на лошадях. И последний элемент – это ярмарочные увеселения. Вот это тоже то, что очень часто повторялось в народном празднике. Чаще всего ярмарочные увеселения были характерны либо для осени, когда был съезжий такой праздник, и там устраивалась ярмарка, где можно было продать свои какие-то выращенные овощи, там, не знаю, что-то, и приобрести что-то другое. И очень часто на Масленицу тоже была ярмарка. Причем ярмарка, как традиция, она существовала не только в крестьянской среде, она перекочевала и в городскую среду, и на Масленицу в Петербурге обязательно устраивали катальные горки, ярмарку у нас с вами либо на Марсовом поле, либо прямо на Неве. И вот это вот ярмарочные увеселения, они чем отличались? Конечно, городские ярмарочные увеселения были намного богаче, чем те, которые были в деревенской среде. Но, опять-таки повторяю, если это деревенская среда, обязательно было понятно, где это будет. Чаще всего обозначалось село, где был храм, потому что туда съезжались все. И в этом месте устраивалась ярмарка, и туда все ехали, как на съезжий праздник. И туда же, соответственно, приезжали те, кто зарабатывали этим деньги. Это могли быть балаганы, раёшные деды с райками, с вот этими ящиками, вы имеете представление, что это такое. Это медвежья потеха, когда привозили медведя, который показывал какие-то там шутки, что он мог делать. Это карусели различные тоже тут могли быть, качели, если это была не зима. И катальные горки, если это была Масленица. И вот эти увеселительные, скажем так, различные элементы, балаганы, райки, карусели, они отличались тем, что это было один раз в год. И если ребенка брали на эту ярмарку, то, конечно, впечатление от этой ярмарки было колоссальное, потому что никогда он этого не видел, а тут вот, вот это вот изобилие всего. Если кто-то из вас видел фильм Никиты Михалкова «Сибирский цирюльник», то именно Масленица вот в ее таком раешном виде, вот в виде ярмарки показана в этом фильме. И, наверное, вот где там балаганы есть, вот эти вот кулачные бои даже, вот в какой-то степени очень похоже с этнографическими какими-то документами, которые описывают вот эти ярмарки. Потому что свидетельств об этом очень много. У нас есть замечательный петербургский исследователь вот этих городских ярмарочных увеселений Анна Федоровна Некрылова. У нее есть замечательный сборник, который этому посвящен. Городские увеселения 18-19 века. И там об этом есть свидетельства, то есть и архивные, и этнографические, и именно свидетельства о том, как эти увеселения происходили в Петербурге. Если вам интересно, полистайте, почитайте. На самом деле это страницы истории, которые сейчас, конечно, уже ушли, но это очень интересные страницы нашей истории. Вот, наверное, и все элементы, которые мне хотелось бы назвать из тех элементов, из которых состоял праздник. И чтобы не уходить далеко, наверное, все-таки несколько слов нужно сказать о трапезе, так как вы имеете к этому отношение, и вам, как специалистам, наверное, это интересно. А потом мы уже с вами перейдем к самой Масленице, из каких же элементов она состояла и что туда входило. Так вот, длительная трапеза. Я сейчас не буду опять говорить о какой-то конкретной трапезе, да, будь то праздничная трапеза или будь то семейная трапеза, если это свадебный пир или крестильный стол.
или еще какой-то праздник отдельный. Раньше дни рождения не праздновали, праздновали именины. И тоже собирали, безусловно, гостей, и была отдельная трапеза, посвященная этому. И поэтому я сейчас не буду разделять на календарную обрядность и семейную обрядность. Я просто вкратце попытаюсь описать какие-то характерные черты вот этого застолья, праздничного застолья, да, и что было, какие определенные правила существовали, и что там на этой трапезе подавали, да, чтобы у вас было какое-то об этом впечатление. Ну, во-первых, конечно, чаще всего застолье в семье, оно устраивалось во время больших праздников, больших, которые мы с вами перечислили. На Масленицу обязательно было застолье, и оно происходило в каждом доме чаще всего своей семьей, для своей семьи и приехавших родственников. А если это был большой съезжий праздник, то трапезу устраивали либо на улице, либо рядом с церковью. То есть была такая общая трапеза, где все вместе трапезничали. Но я сейчас буду говорить именно о семейной трапезе как таковой. И чаще всего в семейной трапезе принимали участие только женатые мужчины и женщины. К праздничному столу не допускались дети и не допускались молодые люди, скажем так, не женатые. Старики тоже чаще всего к трапезе не выходили. Но если они уже плохо себя чувствовали, если они уже были, ну, скажем так, совсем старыми людьми, да. Чем это объяснялось? Это объяснялось тем, что дети, по мнению наших предшественников, в силу своего возраста не могли воспринять всю значимость вот этой общей трапезы. И поэтому их за стол вместе со взрослыми никогда не сажали. Молодые люди, они устраивали свою отдельную трапезу. Им, конечно, было веселее общаться друг с другом. И поэтому чаще всего для них был свой стол. Когда это были либо приехавшие с родителями на праздник молодые люди, тоже молодежь, и родственники ближайшие, которые приходили в гости. То есть получалось, что у молодежи было свое застолье, а у взрослых людей свое застолье. По поводу угощения, то, конечно, угощение, оно отличалось, наверное, в зависимости от значимости праздника, да, и в зависимости от достатка семьи, безусловно, это тоже имело большое значение, но все-таки чаще всего, застолье торжественно начиналось с раздачи хлеба. Вот это была обрядовая часть застолья, когда хозяин, он торжественно предлагал каждому ломоть вот этого хлеба. И каждый присутствующий, он принимал этот ломоть с поклоном, с почтением и с благодарностью. То есть вот это отделение хлебом, да, почему называется хлебосольство, да, вот первое, что подавал хозяин дома гостям, это был хлеб. Причем застолье проходило в два этапа. Как говорили крестьяне, в два стола. Первый стол был обед, его так и называли, приглашали, приходите к нам на обед. А второй стол называли пирожное, хотя пирожных там никаких не подавали. Но вот, наверное, влияние городской среды как-то тоже оказывало на это. Обычно обед состоял, ну вот как-то так по традиции, из 7-12 блюд. Но нужно понимать, да, их называли еще перемена или постава. Должно было быть на столе не менее 7 постав. Но это не значит, что 7 постав с нашей точки зрения, да, например, чтобы 7 было различных наименований. 2-3 вида каши – это тоже перемена, это тоже постава. То есть это не должно быть обязательно разнообразно, да, скажем так. Это должно быть, могло повторяться, там каша
с чем-то, каша другая с чем-то, но это уже три перемены. Три перемены, если это различная каша. Эти блюда обычно подавались поочередно, один за другим, и перемежались подачей хмельных напитков, каких-то квасов или морсов. Ну, какие блюда обеденные, да, вот можно назвать. Чаще всего праздничное блюдо – это была густая похлебка. Причем суп вот не в нашем таком понимании, а это почти супокаша, я это так называю. Когда нас угощали в экспедиции в деревне, вот похлебка настоящая, в ней ложка стоит. То есть вот она должна такая быть сытная достаточно и достаточно густая. Ну, что это может быть, да, густая похлебка? Это лапша с курицей, это какие-то толстые щи, как их называли. Почему толстые щи? Туда добавляли очень много крупы и мяса, и поэтому вот они были такие тоже достаточно сытные. Могла быть похлебка из картофеля, также с мясом, с птицей, уха, жаркое из говядины, из телятины, из баранины, из гусятины. Обязательно зимой был холодец. После поста, как скоромное блюдо, обязательно холодец, или студень его называли. Жареная рыба, яичница, различные каши и обязательно на трапезе пироги. Ведь что такое пирог? Да? Пирог – это праздничная еда. Пировать от слова пир, пирог, пировать. Вот это связано с праздничной едой. Что касается пирожного, да, второй стол, то это, конечно, был чай. Если чая не было, потому что чай появился достаточно поздно у нас, и он был очень дорогим продуктом, его не каждый мог себе позволить, поэтому это были различные травяные настои, травяные чаи, там иван-чай, еще какой-то свой со зверобоем, или это могли быть морсы и сладкий стол. Сладкие пироги, кренделя, мед и вот все-все-все, что с этим связано. Вот какие-то сладкие блюда, сладкие пироги, которые сюда добавлялись. Ну, различные выпечные, да, различные выпечные изделия. Могли быть покупные пряники, если они были, их привозили с ярмарки, хранили в банках, закрывали их крышкой, потому что они были очень ароматные. Их доставали по большим праздникам, угощали этими пряниками детей. И могли быть конфеты и орехи, но это тоже были изысканные вот, орехи и конфеты, то, что покупное, да, вот это изысканный стол. И к этому могли подаваться различные квасы, помимо этого, хлебный, ягодный, медовый и какой-то морс. Помимо этого, если говорить о хмельных напитках, да, то чаще всего на любой праздник варили пиво. То есть вот все-таки хмельной напиток в основном – это пиво. Причем хочется сказать, что пиво – это совсем, наверное, не то, что сейчас у нас пиво, потому что мы как-то в Сланцевском районе в нашей Ленинградской области к бабушкам ездили, мы у них записали свадебный обряд и показывали им вот эту реконструированную свадьбу. И попросили их, чтобы они сварили настоящее пиво, чтобы нам попробовать это и как-то понять, что же это вообще такое. Ну и мы после этого, после праздника у нас была трапеза длительная с бабушками, и они сварили настоящее хмельное пиво, какое оно есть. Оно градусов 11. Да, очень вкусное, удивительно вкусное, если вы когда-то это пробовали. Но, что интересно, ты его пьешь, не хмелеешь вообще, но голова светлая, а к концу ноги уже не идут. Вот не идут и все, я не знаю, с чем это связано. Но вот это хмельное пиво было основным, скажем так, да, хмельным напитком. Безусловно, помимо этого могли подаваться и медовухи, и брашки, покупная водка могла быть. Но это опять-таки был дорогой продукт, и поэтому это было достаточно редко. Чаще подавали пиво. Но опять-таки вот это мнение, да, которое существует о том, что русские очень много пили всегда,
вы знаете, оно на самом деле не соответствует реальности. Может быть, мне в какой-то степени повезло, потому что мы ездили исключительно в северные губернии, в Архангельскую область, немножко в Вологодскую и в Кировскую. И с кем бы мы ни разговаривали в экспедиции с носителями традиционной народной культуры, они все говорили, да, на праздниках выпивали, но определенный был предел вот этому, и после этого уже больше не наливали. Вот все. То есть вот какой-то такой вот, скажем так, застолье до того, чтобы уже совсем этого не было в традиции. И, конечно, пьянство, оно считалось грехом, безусловно. И это считалось большой бедой на самом деле. И если мы возьмем с вами архивные источники, а есть такие, существует институт этнологии и этнографии в Москве, и есть такая интересная исследовательница, я увидела у вас эту книжку, когда пришла переодеваться в вашей вот этой вот комнате ремесел, Марина Громыко. У нее есть замечательный сборник «Мир русской деревни». Почитайте его. Вы знаете, мы практически ничего не знаем о том, как жили наши предшественники. Потому что у нас, к сожалению, сложилось впечатление о том, что Русь была нищая, совершенно пьяная, и ничего там хорошего не было. На самом деле это не так. И вот те архивные источники, которые сохранились у нас сегодня, в наших библиотеках, в наших книгах, они записаны от носителей традиции. Это не просто голословные какие-то факты. Они все говорят о том, что семьи были достаточно крепкими, и мужчина, который содержал семью, где у него было 10-12 детей, он не имел права пить. Потому что на севере ты не выживешь. Там нужно было постоянно работать, чтобы каким-то образом прокормить эту большую семью. Некогда было пить. Чаще всего вот эта вот, скажем так, традиция, да, она была характерна для средней полосы России, где жили достаточно бедно, и понятно, что там уже вот другие какие-то, может быть, исторические причины и так далее. А на севере, на русском севере, там была другая жизнь в силу того, что богатые леса – раз, пушнина – два, реки – три, красная рыба – четыре, янтари – пять и так далее. И поэтому они жили достаточно, ну, скажем так, не богато, но сытно, сытно. И поэтому многие вот наши бабушки рассказывали, что если сын женился, то ему отец обязательно ставил рядом деревянный дом. То есть это тоже было на севере. Но опять-таки, это было на русском севере достаточно далеко в Архангельской области. В средней полосе России были другие какие-то вещи с этим связаны. Но так как я ездила в экспедиции на русский север, я говорю именно об этих традициях. Но Марина Громыко, она берет большой регион, она берет не только север России, она берет среднюю полосу России, западные какие-то области. И поэтому вот ее вот этот вот взгляд на мир русской деревни, он на самом деле он основан на исторических фактах. И если вы хотите для себя вот какое-то впечатление получить о том, как же, собственно, по правде говоря, было там у наших с вами предшественников, почитайте эту книгу, потому что для меня это было открытием в свое время. Вот ее взгляд, вот эти вот архивные источники, это было открытием совершенно другой жизни. Не той, к которой мы привыкли там на экранах телевизоров, может быть, и в каких-то других источниках по рассказам наших родителей, потому что они уже, конечно, рассказывали нам послереволюционные годы, периоды голода, коллективизации, вот всех тех катаклизмов, которые у нас после 17-го года случились в России. И, конечно, там уже было все, наверное, по-другому.
Но мы с вами сейчас говорим о начале 20 века, да, о конце 19-го, начале 20 века. И завершая вот эту мысль о трапезе, наверное, имеет смысл сказать о порядке размещения гостей за столом. Потому что существовали определенные правила, по которым рассаживались гости. И вот эти правила соблюдались незыблемо. Хозяин дома чаще всего садился под иконами, в красный угол, под божницу. Вот это его было красное место. Хозяйка дома чаще всего нас за стол практически не садилась, она где-то тут присаживалась на табуреточке, потому что ее задача была угостить как можно лучше, подать, принести. И ей помогала либо невестка старшая, реже дочь, если она была незамужняя, потому что все-таки незамужних старались вот за этот стол не допускать. Помимо этого, мужчины и женщины тоже садились, получается, по-разному, и по правую руку хозяина садились самые почетные гости, по левую руку менее почетные. И если мужчины садились на лавку, вот где, если вы представляете себе деревенский дом в красном углу, да, то вот красный угол, вот здесь стол, лавка, здесь садятся мужчины, напротив, на лавку или на приставных табуретках женщины. То есть вот садились именно так, мужчины напротив женщины. И за трапезой обязательно пели застольные песни, это был обязательный, скажем так, элемент праздничного застолья. И обязательно пели величальные песни, где величали присутствующих гостей. Величали их специальными песнями по имени-отчеству и величали хозяина-хозяйку, либо мужа с женой, где им припевали вот всего того, чего им надо. Если у них не было детей, припевали мальчика или девочку, были специальные песни на это. Если у них не было достатка, припевали материальное благополучие. Если у них были неженатые, там, скажем так, сыновья и незамужние девушки, то им припевали хорошего жениха или хорошую невесту. То есть вот эти песни, они сопровождали вот эту вот праздничную трапезу. И именно поэтому она была длительной. Чаще всего сначала садились обедать, это было достаточно долго, наверное, где-то, не знаю, там часов до 3, до 4. После этого был перерыв, когда плясали. После перерыва уже был последний стол пирожное или сладкий стол, как хотите его назовите. И после вот этого уже трапеза завершалась. То есть с закатом солнца все уже старались как-то уйти, чтобы долго уже не задерживать хозяев. Сейчас мы перейдем к масленице. Да? Собственно, из каких же элементов состояла масленица? Потому что на самом деле мы очень много знаем о масленице, но вот именно смысл и значение праздника мы не всегда понимаем то, которое вкладывали наши с вами предшественники. Мы все прекрасно знаем, что каждая неделя масленичная, каждый день масленичной недели имел свое название. Я не буду на этом останавливаться, но почему вот это так все сложилось, да? И какие основные акценты были на Масленице? Дело в том, что нужно сразу сказать, что этот праздник был вообще не детский, и к детской культуре он не имел никакого отношения. Потому что это был исключительно взрослый праздник. И если хотите, этот праздник больше даже имел отношение к молодоженам. И молодожены в Масленице играли очень большое значение и очень большую роль. Свадебная обрядность, любой свадебный обряд, он завершался не свадебным пиром, он завершался Масленицей. Потому что молодой муж должен был после свадьбы, далеко он ее увез, недалеко он ее увез, в этой ли он деревне, да, на Масленицу привезти свою молодую жену в свой родной дом. Вот как хочешь, но привези.
И вот именно эта традиция, она сложила, наверное, те обряды, которые существовали. Чествовали вот эту новую молодую пару. Потому что они были, если хотите, в потенциале родом, который вот-вот-вот-вот что-то произведет на свет. Потому что чаще всего праздновали свадьбы либо осенью, после Покрова, вот в этот вот период, либо в зимний Месоед, вот до Масленицы. Если уже на Масленицу не успел, то все. Вот в период как бы после святки, вот до Масленицы, в зимний Месоед можно было праздновать Масленицу. И вот эта молодая пара, безусловно, она принесет в мир новую жизнь. И чтобы вот эта новая жизнь продолжилась, и чтобы все у них было благополучно, для этого все это, собственно, и устраивали. Была праздничная трапеза, куда приглашали молодые всех гостей. Там молодая всех обносила пивом. Она прилюдно со своим мужем должна была обязательно целоваться, показывая всем, как они любят друг друга. И помимо этого устраивали для них различные испытания, чтобы они показали опять-таки всем, как они крепко друг друга любят. На горке их не они приходили кататься со всеми, их не, им не разрешали кататься, их держали самки, пока они там раз 25-30 не поцелуются. Это называлось солить рыжики. То есть чтобы они опять-таки прилюдно показали, что у них все благополучно. Их закапывали в снег, чтобы тоже потом, ну, для веселья, конечно, но вот, то есть, им уделялось огромное внимание. Они были в центре, скажем так, внимания, и вот это вот всеобщее внимание, оно способствовало чему? Во-первых, безусловно, оно способствовало утверждению молодой семьи. Вот авторитету, если хотите, молодой семьи. Это очень важно. Посмотрите, вот они, молодые, красивые, они любят друг друга, у них скоро будут дети. И все вокруг это видели. И вот эти вот дети, подростки это видели. И вот это тоже способствовало тому, что было желание создавать пары, создавать семью, потому что авторитет семьи, благодаря вот этому, вот этой масленичной обрядности, он поднимался так или иначе. И поэтому, наверное, в этом это имело какой-то вот больший смысл, мне кажется. Не просто как продолжение свадебного обряда, как завершение свадьбы, а это и считалось завершение свадьбы. Причем интересный, опять-таки, момент, может быть, вы тоже как-то этим моментом можете поделиться с вашими воспитанниками. Когда молодой муж, уже не жених, молодой муж приезжал в дом своей, как они называются там, теща, да? Тещи и тестя, получается, что он должен был каким-то образом, как это сказать мягче-то, высказать, да, высказать свое отношение к молодой жене. Но причем высказать это не так вот бранными словами, да, ну воспитали вы мне девушку, а вот как-то это мягко. Так вот, существовала удивительная традиция, не во всех регионах, но в некоторых. Когда отец невесты, уже молодой жены, подавал зятю хлеб, если он его отрезал с краю, то он, значит, был недоволен молодой женой. А если он его отрезал с середины, значит, все прекрасно. Лучше вообще не придумать нельзя. То есть ничего тоже не говорилось в лоб, но вот таким образом можно было по какому-то вот такому знаку прочитать вот эту информацию. И, конечно, вот эта традиция, она тоже, может быть, способствовало тому, что не было каких-то лишних разборок, да, вот нравится тебе молодая жена, не нравится тебе, все ли тебя устраивает. А вот именно вот таким негласным способом, ну, вот это объяснялось. Помимо этого, наверное, самое главное значение масленицы, оно было все-таки, я бы даже сказала, не в том, чтобы встретить весну.
Потому что многие считают, что масленица – это проводы зимы, да, на стыке оно празднуется у нас, проводы зимы и встреча весны. Но на самом деле масленица для наших с вами предшественников всегда была символом старого, отжившего, символом смерти, если хотите, символом холода, символом всего того, с чем нужно избавиться, чтобы пришло что-то новое. И поэтому на масленицу не везде жгли это самое чучело, не везде. Но огонь был обязательно. Например, в Архангельской области никакое чучело там не делали. Там просто жгли бочку и либо колесо. Колесо от телеги поджигали. Но в каждом доме, от каждого дома, собирали все старье, которое накопилось. Вот старые веники, какие-то оглобли, я не знаю, утварь какая-то ненужная, старые вещи какие-то ненужные. Все это вместе собиралось, и все это сжигалось для того, чтобы войти вот в эту новую весну, очищенными, да, обновленными, чтобы проститься со старым и начать как бы с белого листа, начать заново. До сих пор вот существует традиция какая-то в Италии, да, они сбрасывают там старую мебель. Вот это тот же самый посыл, да, избавиться от старого и ненужного. И вот эта вот традиция масленичная, она почему-то нами забыта, потому что вот на масленицу избавлялись от старья. Вот это очень важный, мне кажется, момент. Помимо этого, безусловно, обязательным компонентом праздника было поминовение усопших. Вот это обязательно. Почему пекли блины на масленицу? Ведь мы с вами забываем о том, что блины у нас, традиция, это поминальная еда. Это обязательная еда, которую мы готовим на поминки нашим близким. И масленичные блины тоже как поминальная трапеза здесь. И вот эти вот поминовения усопших родителей, они тоже входили вот в этот вот масленичный цикл. И помимо этого, что еще олицетворяла масленица? Безусловно, дохристианская основа, это вот то, что я вам сказала, чтобы ушло все отжившее, старое, холодное, сакральное, ненужное, и пришло новое. Но помимо этого, масленица всегда теперь у нас, начиная с X века, как вот все это устаканилось, наверное, уже к XVI все-таки устаканилось, я там раньше не знаю, свидетельства об этом нет, по крайней мере. А масленица и последний день масленицы, проводы масленицы, он связан с Великим постом. Всегда. Это прощенное воскресенье. Согласны? Да? И поэтому получается, что еще масленица, помимо того, что это чествование молодежи, молодоженов, это прощание со старым. Еще масленица – это и, если хотите, переход. Переход от плотской части жизни к духовной жизни. Потому что после этого начинался Великий пост. И сейчас, собственно, начинается. И поэтому в этот период многое позволялось. Чтобы вот это плотское начало, которое есть в человеке, мы ничего с этим сделать не можем. Чтобы оно насытилось, чтобы вот накричаться в масленицу до надсады, чтобы блинов наесться так, чтобы вот уже все, вот уже больше не лезет этих блинов. Чтобы кулачные бои устроить до первой крови. Вот чтобы выплеснуть вот это вот все плотское, страстное, что есть в человеке, чтобы после этого сказать все. Все, что у меня вот здесь вот ниже, все этого больше нет. Есть другое. Я думаю о другом. Я нацелен на другое. И вот это вот переключение человека с одного, да, вот это разгульное, я бы даже так сказала, масленица, и потом сразу сложная вот эта первая строгая неделя Великого Поста, она и позволяла человеку в какой-то степени перестроиться. Причем
Ведь и пост, он достаточно очень плавно все это делал. Сначала была скоромная неделя вся, потом разрешалось все, не было среды и пятницы, да, потом пестрая, потом уже масленичная, когда нельзя было мясо, но можно было яйца, молоко, творог и так далее. И только после этого уже строгий пост, когда нельзя уже скоромного. И вот эта вот возможность на покричать, поплясать, вот, может быть, со всеми поесть, вот все вот это вот, чтобы выплеснуть это все, это очень хорошая возможность. Потому что после этого тогда у человека есть настрой на другое. Почему вот переключение, да, вот с плотского начала, я бы так сказала, на духовное начало. Потому что это у нас с вами сейчас, если кто-то постится, конечно, наверное, что-то меняется, а так ничего не меняется после масленицы. Все происходит в одном и том же русле. Для наших с вами предшественников все резко менялось. Вот как только прощенный день заканчивался, все резко менялось. Нельзя было петь. Вообще петь нельзя. Плясать, это даже помыслить об этом нельзя. И если исполнялись только духовные стихи, они, конечно, пелись, но они не назывались даже песнями. Это духовные стихи, потому что все эти духовные стихи о смысле жизни, о том, что будет, когда я умру, о евангельских сюжетах, а вот том о божественном, вот все о божественном. И поэтому получается, что человек, он таким образом переключался, на другую ступень переходил. И поэтому у него была возможность в течение вот этих вот 7 недель подумать о себе, о смысле жизни, о своей душе, что я на этой земле, зачем я живу, что будет после того, когда я умру. У него была ежегодно такая возможность. Потом опять праздник, Пасха. И к этому нужно прийти, безусловно, вот эти вот все ступени пройти, вот эти вот недели, 7 недель. Но до этого можно было устроить разгул. И вот, вот это вот, мне кажется, водораздел, когда ты вот на масленице веселишься, радуешься, ешь, пляшешь, поешь, бьешься на кулачных боях вот этих вот, выплескивая все свое плотское, оно давало человеку возможность взглянуть на мир другими глазами потом. Вот взглянуть на мир другими глазами. Причем это ведь вот эта традиция резкой смены масленичной недели и постовых недель. Она очень характерно описана в любых мемуарного характера литературных произведениях. Если вы читали Шмелева, Ивана Шмелева «Лето Господне», если вы читали Льва Николаевича Толстого о детстве, да, то вы обязательно вот эти вот нюансы вспомните. В любой дворянской семье, не обязательно в крестьянской, как только начинался Великий пост, даже обстановка в доме менялась. Во-первых, завешивали полотном все картины и завешивали все зеркала. Это завешивалось, и человек был погружен внутрь себя. Вот это совершенно другое, если хотите, ощущение и мира. Нет ничего внешнего. Есть только я и Бог. И я решаю вот эти проблемы каждый год Великим постом, которым нужно возвращаться, которые нужно решать. И, конечно, вот эти вот удивительные духовные стихи, которые звучали все 7 недель Великого поста, они и были нацелены все на то, чтобы человек вспомнил, кто он, откуда он, зачем я на этой земле. И что на самом деле духовное начало всегда выше, чем материальное. В 1000 раз выше, чем материальное. И эти же самые духовные стихи звучали на поминках, когда поминали близких родственников или своих друзей. И
эти же духовные стихи, как ни странно, звучали, перемежаясь с колыбельными песнями над колыбелью маленьких детей. Вот эти духовные стихи. То есть вот это духовное начало, оно всегда присутствовало, вот это вот, как покров такой. Буквально несколько строк духовного стиха, чтобы у вас впечатление, так как сейчас Великий пост и положено по традиции это делать, чтобы вы ощутили вот это присутствие, да, того духовного начала, которое было в традиции, неминуемо было. И вот кто бы мне ни говорил, что народная культура, она имеет языческие корни, я с этим совершенно не согласна. Безусловно, народная культура, она основана на дохристианской, скажем так, вот земле такой, да. Но после того, как было принято христианство, очень многие вещи переплавились, перегорели. И получилось так, что православная культура и народная культура оказались как два крыла у одной птицы. И нельзя убрать ни то, ни другое. Вот это связано неразрывными узами. И вот эти два крыла, они и помогают, например, мне в моей собственной жизни как-то решить какие-то насущные проблемы бытия, не знаю, философские какие-то вещи, с которыми мы сталкиваемся. В моей работе мне это помогает, потому что, наверное, вот это та основа, на которой стоял русский человек всегда, крепко стоял на земле. Это давало ему силы, силы жить, трудиться, силы умирать, если хотите. Жила б, жила бы я на белом свете, много нагрешила. Жила б, жила бы я на белом свете, много нагрешила. Нагрешомши я Господу Богу, буду помирати. Нагрешомши я Господу Богу, буду помирати. Остается много злата, серебра, дыры одежда. Остается много злата, серебра, дыры одежда. Мне не надо ей. Мне не нужно ни злата, ни серебра. Мне не надо ей, а мне не нужно ни злата, ни серебра. Только надо, только мне нужно четыре тесинки. Только надо, только мне нужно один сажень земельки. Как положут мое тело бело у новый гробочек, как положут мое тело бело у новый гробочек, как засыплют мое тело бело с гор золотым песочком, как засыплют мое тело бело с гор золотым песочком. Достаточно долгий стих. Как попридут на мою могилу мои родные дети, как заплачут мои родные дети разными голосами,
Обольют же мою могилу горькими слезами, а телу в гробе лежать, а душе на небо лететь, а душе ответ держать. Вот такие вот красивые духовные стихи пели на протяжении вот этого долгого периода Великого Поста. И поэтому вот эта вот традиция, она, конечно, поворачивала человека немножечко к другому, то, что имеет отношение к духовному миру.